Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС и Сергей Пасечник. Сегодня посмотрим, Серега, привет. Да, привет. Сегодня посмотрим, Серега сделал новые объекты для карт. Прокатимся на небольшой такой карточке, поставили, Серега сделал, поставил объекты. Проедем, посмотрим на Кразе 4x4. Это получается, Сергей сделал... Пока просто сделал, пока неизвестно, что будет с этим модом. Да, Серега? Как бы там уже будет видно, это да, пойдет в общак или будет приватный, как бы мод, как бы уже определится Серега чуть позже. Ну все, я да, запускаю, готов? Готов. Да, я готов. Все, поехали. Так, все, я появился. Появился на кросс-зоне. Все, я на месте. Так, тут куча домов, куча мостов, заборчики, церквушка да, у нас. Трактора разные там. Но это пока не полный пак. Он будет больше, намного больше. Будет больше объектов. Это пока то, что сделано. Да, то там, наверное, там, Серега, будет сначала, наверное, да, будет пак по домам чисто, да? Потом по мостам. Ну, да, по мостам, по технике, которая может... Все будет анимировано, это пока еще без анимаций. То есть, вот, допустим, подвесной мост там есть большой, он будет анимирован. У меня, ребята, стоит Спинтайрес Плюс. Вот, я сейчас сделаю обзор. Стоит у нас, значит, такая белая с синеньким 14-этажка обалденная. Пятиэтажечка тут у нас тут. Такая кирпичная, такая старенькая. Потом дальше такая с красного кирпича. Проезжаю я чуть вперед, сейчас посмотрим. Обалденный такой домик у нас. Надо скрины, блин, делать, я думаю. Что-то я про это. Сейчас давай я уже буду делать скрины тогда. Так, это красненькую сейчас щелкну. А, поехали за пивом. За пивом, да. Не ругаемся, Серега, не ругаемся. За пивом едем, но не ругаемся. Ну да, я вроде не ругаюсь. Так, сейчас я эту пятиэтажечку щелкну. Подожди. Я возле лесоповала. Есть, сейчас еще 14-этажку подъеду, сейчас щелкну по любасу. А? Даже может на мостом заехать, чтобы получше она была такая. Да, сейчас заеду на мост, чтобы она поближе была, как бы получше. Сейчас я, ребята, я заеду. То есть вот Серега тут поставил экскаватор, трактор, это все будет, анимация там будет. Присутствует на данных как бы модельках. Сейчас я заберусь на мост. Забираюсь. Крас вообще огонь. Крас огонь, ребята, получается. Серега молочага. Ну да, он сейчас будет синхронизация, же выйдет. Там есть синхронизация. Да, Серега сделает синхронизацию обязательно. Так, сейчас 14 этаж. О, сделать-то вообще. Уже сделал, да. На этом пока нету. Вчера мы ночью сидели, колупались там, Серега. Все там запилил. Ох, 14-этажка вообще супер. Я говорю, по текстуркам вообще просто, я говорю, вот то, что подбирали вчера и вообще попали нормально. Так, 14-этажка есть. Выбирали, сидели зеленые. До 8 утра сидели, до 7 утра сидели, как всю ночь тут. Серега выдергивал, делали, ставили, подбирали текстурки. Обалденно. Так. 14-этажка есть, короче, так, та есть. По мостам по всем поездил, может на это, на деревянный заедь, там просто как бы ЦДТ надо заценить, там как бы сделано, ЦДТ хорошо. Сейчас подожди, по домам, давай сейчас я проедусь, короче. Щелкну. О, это переправа, это очень тяжелая будет переправа. Ребята, тут стоит ларек. Вчера поставили с пивом. Кому с лимонадом, кому с пивом. То есть вот так вот сейчас тоже скрин сделаю. На любителя. Да. Кто что пьет, как говорится. Так, сейчас переезжаем. Вот такая плитками пятиэтажка уложена. Вообще такая тоже обалденная текстурочка. Тоже вообще... Я говорю, да, подобрали вообще. Вот они такие все разного цвета. Вообще обалденно. Сейчас я щелкну. Есть. Есть, так, теперь 9-этажка, вот такая зелененькая. А, школу сразу можно щелкнуть. Ребята, в школе у нас, естественно,
Смотрите, тут в некоторых классах кто-то еще плохо учится, видно. Сдают там экзамены, дополнительные занятия, короче, тут в школе у нас происходят. То есть вот школа. Свет горит там, да? Свет горит, там все, там сидят, учатся парни. Потом вырастут, станут инженерами, космонавтами, мододелами. Ё-моё. Так, я школу еще раз отсюда возьму. Лесоповал даже, смотри. Сейчас щелкну вот так вот, и школа будет тут, и ларек там видно. Так, сейчас девятину нам надо щелкнуть. Основное такое. Надо, может, заехать на эти. Даже не буду... Нет, наверное, так. Так, сейчас возьму. Обширно так. Зацеплю ее. Вот она. Вся у нас тут на полной красе такая. Чик. Все, есть тут поближе можно ее. Давайте вот так вот щелкнем. Не на полный рост, конечно. Вот так вот. Хоп. Так, церквушка. Сейчас. Да, надо без нее. Церквушка. Это кто плохой мод сделал, чтобы грехи ходили замаливать на. Ну, по-любому. Так. А, завод же, блин, вон завод вижу. Ё-моё, еще угловой мы. Давай, поехали к заводу. Так, сейчас подожди, церквушка. Ага. Есть у нас все. Церквушка еще так вместе с девятиной. Сейчас я их щелкну. Моды потом. Вот эти скрины повыкладываю. Так, еще эту угловую надо щелкнуть. Кого? Угловую девятину. А. А, вот Серега стоит. Сейчас я к тебе тут подберусь отсюда. Угловую дом этот, да? Но. Ух ты, там даже этот самый проход там есть, смотри. Типа арочки, да, арочки такой. Вот еще, ребята, угловая девятиэтажка такая обалденная. Сейчас мы сейчас к ней еще поближе подъедем. Слева завод у нас получается. Так, сейчас мы туда едем. Это мы только по домикам. Давайте сейчас пока. Там кто-то вон белье сушится, смотрю, труселя. Труселя висят. Ага. Так, еще раз. Пакетов нету там на этих, на балконах. Ну. Это чисто получается панелька такая. Ну да. А, ну... Так, я объеду же вокруг, да? К заводу подъеду сейчас. Да, должен. Да, я не знаю, там. Поехал, да, все. На краю карты. Лоджии тут, ребята, смотрите. У кого застекленные, у кого нет. Ух ты, блин, тут бочки стоят. Так, ребята, еще бочки тут у нас есть. Инвентарь. Даже с инвентарем, видите, какие. Давайте сейчас бочки щелкнем. Где тут? Стоп. Вот так вот. Щелкнем бочки. Бочки есть. И завод у нас такой разломанный, разрушенный. Ну он, да, он такой нерабочий у нас завод. Он такой полуразваленный. Заброшенный, даже так сказать. Его там можно где-то в лесу там запилить, я не знаю, на карте. Такой старый сломанный гараж такой. Ворота есть. Все объекты как бы по текстурам. А эти подойдут к игре с Пентарис, они как бы уже с этим, с дефолтами. Дефолтными объектами они как бы будут смотреться очень хорошо. Ух ты, тут давай по мостам пройдем, тут подожди, на надпись какая-то. А там, блядь, может что-то разрисовано. Нет, тут нормально. Что там за твоя народ? Рабочая минута, народное богатство, понял? Савдепия, короче. Савдеповский каталог. Да, только солнышко, по-моему, должно быть. Часики. А, часики, точнее, да, часики. Я не помню, так, я вот, помню, ребята, что-то... Так, домики мы щелкнули. Сейчас вот давайте сначала к этим мостам проедем, наверное, ближайшим. А, остановку забыли, ё-моё, забор там еще бетонный. И этот... Да, сейчас... и обычный забор, так, трактор, экскаватор есть, там, что там еще. Но это пока то, что есть. Сейчас будет вот намного больше, на самом деле сейчас... будет больше объектов. Давай сейчас к остановке. Ух, остановку кто-то у нас тут разрисовал уже, остановку. Так, сразу, наверное, щелкну двойной скрин, ребята, наверное, или вот так вот сейчас встану. Серега сзади у нас тут. Значит, то есть бетон. Тоже будет больше размера, потому что, мне кажется, он маленький какой-то, да, по-моему? Заборчик? Да, в принципе, нормально, да. Мне кажется.
наверное, больше надо сделать. Ну ладно, это посмотрим. Ну это уже там, ребята, если что, отписывайтесь Сереге, как бы там. Серега. Да и можно просто комменты под видео оставлять, как бы все равно их читаем. Делаем выводы. А у меня комментов нету в группе. Ну ты все равно скрины будешь в группе вылаживать, правильно? Ну да, я давай тогда ссылку на тебя выложу. Комменты тогда пишите, ребята, Сереге. На Серегу я ссылочку кину. И комменты. Ну, тогда начну мне куча сообщений. Очень приятно. Давай. Лучше нет, пацаны, реально, мне там не надо личным сообщением, просто в этот. Давайте лучше просто коммент оставляйте просто под скриншотами в группе. У драйвера. Так. И там я отвечать буду или читать их. Ой. Будем делать выводы. Сейчас я. Так, сейчас давай трактор с этим я щелкну на. Тут у нас стоит белорус. Экскаватор, ребята. Давайте щелкнем. Так, трактор будет анимирован, трактор будет, короче, катиться, если в него врежется, он будет откатываться. Так. Экскаватор, конечно, будет откатываться, потому что это такой как бы потяжелее техника, она будет просто статической. Так, ну я заезжаю, наверное, на деревянный мост, там, на этот, на вот эти два, которые стоят. Да, да, там просто надо посмотреть, как бы. Я их сразу с разных сторон их щелкну. Как сделано этот, как колеса, вот, как каждое бревно, как все правило. Просто что объекты уже готовы, с него можно свалиться, если вы там сделать его где-то этот. Он не сильно широкий, как бы с прицепом там, допустим, или с бревнами. Нормально, да нормально, тут ширина нормальная, как бы. Ну, на понижаечке отлично будет. Аккуратненько. Тем более его же можно сделать намного длиннее, он будет там, если там для карты, допустим, да? Так, я щелкнул. Как бы проехать будет не так уж и просто. Так. Потому что свалиться можно. И щелкнул вот этот беленький сейчас мост. Ну, беленький там побольше. По нем проще проезжать. Так, щелкну его. Туда вообще такой обалденный тоже мостик получается. Сейчас я просто не могу камеру поймать, бляха-муха. Так, вот так, наверное. Так, а я пока под мостом проеду. Покажу, что здесь СД, можно под ним проезжать. Между, по крайней мере, вот этими. О, так а ты остановись-то между мостами. Где? Сейчас у тебя. Дебил. Нормально можно пролететь. Краска будет нормальных размеров, то есть ничего не этого. Джун-джун-джун. Он Серега проезжает тут вообще. О, да, немного. Я скрин сейчас тебе сделаю, хоп. Как ты под мостом заедешь. Врезался в 5 раз. Все, я так проехал. Во, нормально, короче. Да, то есть все нормально. Можно мост сделать, допустим, двойную дорогу. Как бы можно дорогу сделать под мостом, можно сделать, как бы там. Ху, наверх, блин, подъем. Серега, стой! Бляха-муха! Подъем на мост. Всегда, да? Да не говори, что я с дури вместо назад вперед газанул. Цепляй меня за морду. Давай. За морду. За морду? Да. Сейчас подожди. За морду и как раз дернешь, я думаю, поднимешь, наверное. Ты не лебедкой дергай, а этим дергай как бы машиной. Я понял, с разгона. Но где там точка, тише надо. Где-то должен. Давай, может, у меня этот Пентарес плюс стоит, у меня дальше берет. Отъедь чуть подальше. Нормальная вперед. У меня лебедка, у меня без Пентареса плюс все работает. Я этот люблю оригинал, бля. Все, не ругайся. Готов. Не ругайся. Готов. Давай. Ай-яй-яй. Давай. Серега, давай. Не поднимает. Давай еще раз попробую. Давай через этот сзади сейчас я подцеплюсь. Проедь вот так вот. Во. Принимай. Да. Не принял. Принял? Принял. Вот давай. Сходу меня дергай. Сейчас подождите секундочку. Прям в меня упрись и на повышайке попуй. Ну я пытаюсь так сделать. Переключить на повышайку, но. Блин. Почти вот. Почти поднял. Ты меня вообще что-то кверху брюхом поднял. Подожди, значит, там делать старым кетовским методом. Знаешь, как сделай? Поедь вот за забор, встань, а я сейчас к тебе прицеплюсь. Ты в кабину хочешь притреснуть? А не, подожди, сейчас. Ну-ка вот тресни мне в кабину. Давай в кабину мне тресни.
Во. Давай еще отъедь и... Во, давай, 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 давай. Давай, знаешь, отъедь вот так вот и прям напрямик мне в кабину в сандали. Сейчас я попробую. Давай, 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 ходу, ходу, блин. Ходу. А, чуть-чуть не хватает. Знаешь, что сделай? Поедь, Серега, встань вот туда за заборчик, вот где экскаватор. За него заедь, прям впритык. А я попробую лебедкой к тебе подцепиться и подняться. Чтоб тебя забор держал. У забора же ЦДТшка есть. Ты не туда поехал. Проехал. А, уже. Я понял, понял, понял. Тебе надо прям у забора, да, у да, забора там на асфальте. Я заборчик попёрся, да? Встань где-нибудь, да, либо мордой в него убить, как бы. Там все равно на заборе ЦДТшка есть, как бы она будет держать. Есть, все, я попёрся. Давай, вот. Пробуй. Сейчас давай, подожди, я сейчас попробую лебедкой. Давай. Попробуй назад, газуй, газуй назад, Серега. Ай, блин, развернула меня не так. Подожди, стой, я жопой перецеплюсь. Стой, 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 не тяни. Давай. Давай вот так вот попробуй. Принял. Ага. Чё тебя закрался такой? Всё, давай, газуй. Газуй, газуй, газуй назад. Давай, газуй, 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 газуй. Да нет, ты забор уже. Да ничего страшного, вот попробуй сейчас немножко. Давай, отцеплю. Встань чуть-чуть правее по твоей. А, давай, сейчас я ещё раз тебя толкну. Сейчас, ну, с разгона можно нормально, из горы тебе. И разобьёшь тачку грех потом. Просто в тебя не... Разобьёшь тачку потом, и всё. Ладно, вы. Но новую купишь. Не ругайся, не ругай, Серега. Осторожно. С поворота, да? Да, сейчас смотри, что экскаватор сломаешь, короче. Да-да. Я уже, по-моему, в ЦДТшке в этом. В заборе. Ай-яй-яй-яй-яй. Да-да-да. Нельзя как-то огород закрыть, да? Ну. Короче, едь вот сейчас вот так же, как стоишь, только за меня вперед заедь туда на асфальт. Встань туда, я как раз в забор, может, мордой упрусь. Ну, точек зацепок это на рабе или на крыше ему сделать еще. Потом боковые? Да. Так долго. Да. Нормально, сейчас поднимем. Надо по-любому под. Поднимем сейчас, давай. Блин, вот весь обзор мой загубили, наверное, да? Опять я куда-то тут перевалился. Разгоняйся, короче, долби меня со всех сторон, пока я не встану на колеса. Сейчас. Вот это мне нравится. Короче, не валяшка. У меня, я говорю, как не обзор, я где-нибудь свалюсь и потом мучаюсь, бедный, подняться не могу. Заправился я. Прям повышайку, так, наверное, включай готов. На повышайке, чтобы он тебя не глох на первой. Давай-давай, повышайку. Нифига вообще не поднимает, что за ерунда. А ну-ка, стоять. Ну-ка, давай, бодай меня. Да, не закапывается, блин. А его не переворачивать, вообще как-то. Что за крас? Нормальный крас. Да я знаю, что нормальный крас его делал, блин. Ну вот в том-то дело, что не перевернешь нифига. Сейчас поднимем. Надо, знаешь, что там просто надо будет на раме где-то боковые вот точки зацепа сделать, как бы вот эти посередине где-нибудь. Давай-ка меня бери тросом, короче, тащи. Отъезжай немножко. Сейчас я к тебе прицеплюсь. Ой, стой. Сейчас за морду я зацеплюсь, покувыркаешь меня. Я, может, встану тут на колеса. Туда грязи, может быть, как бы оно перетянется. А чё, я не прицепился или что? Не-а. Сейчас, секундочку. Опять и, возможно, нет. Приблизь. А. Ну-ка так давай. А, у тебя, наверное. Давай вот так все. Ближе тебе надо чуть подъехать. Вправо колеса поверни, подъедь в этот.
Так, сейчас подожди. Вот сейчас, ой, проверили сейчас... мост, да? Да, должно сейчас. Да, мост, и ребята рабочие, упасть с него можно, видите. Потом. Во-во-во-во-во-во. Блин, перевалил. Стой, стой, стой. Стой, подожди, Серега. Стой, сейчас я задом попробую к тебе подцепиться. Хоп. Давай. Где? Давай сходу прям. Налево, налево руля туда. Газуй. Попробуй назад и опять с разгону еще дерни. Повышайку попробуй, вруби и успеешь переключиться, нет? Давай, успей, успей. Ну давай, давай. Блин, вчера как-то мы быстро подняли, блин, машину, да? Ага. Давай, 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 давай. Есть! Наконец, наконец-то. В асфальт уперся, в асфальт уперся, смотри, вообще отлично, блин, вообще. Так, ну давайте, ребята, продолжим дальше обзорить. Мосты еще будут. Да, поехали по мостам. Так, мосты тут такие своеобразные, ребята, с колышками, так, аккуратно надо переправа, вообще. Переправа, это как бы тяжелая переправа, по ней проехать не так уж и легко. Оп. Будет, на самом-то деле, блин, там свалиться. Оп, сейчас опять. Да, осторожно, не ругайся, Серега. Так, 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 я полез под тихой. Ой-ой-ой, надо, наверное, на понижайке тут вообще, наверное, ехать. Ой-ой-ой, провалился. Я тебе говорю, что ты свалишься. Давай меня нацеплять, цепляй, короче, меня цепляй. Вытягивай, у меня переднее колесо туда провалилось прям в яму. Давай, 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 потянули. Оп, выскочил. Выскочил, все, спасибо. Давай. Так, сейчас, давай вперед. Крас, конечно, я разбил. Ребята, починиться у нас тут пока. Ты, короче, вот эти пеньки. Да, да, да. Мостак. Да я понял, понял, да, по... Под мост его надо. Вот, вот я проскочил один. По ним прям приезжай. Так. Ну это как бы в пусты можно так, проехать. Аккуратненько. Но если ты, допустим, с этим, ну... с Миттеком, то, конечно, будет проблема. Упс. Ну больше размером его делать не буду, чтобы он был шире, допустим, чтобы было проще проезжать. Это будет затупка. Все, потому, вон, я перескочил нормально, обалденно. Так, сейчас едем на подвесной. На подвесном еще будет анимашка. Да, потом чуть, да, позже, будет. Чуть позже будет анимашка, то есть будет ехать, все, да, будет. Да, это еще пока так, это пока все будет. Статические объекты. А дальше они будут анимированные, как бы там все доделаем. Все доделаем, все доделаем. Просто ждите. Все это будет бесплатное, все это будет для картоделов. Я думаю, в Спинтаре все карты будут намного лучше, тем более объект будет хороший. Интереснее, да, бы. Конечно, это все будет. Вот будет подвесной, да. Мост такой, и будет все шиволькаться тут, ребята. Будет очень опасно по нему ехать, чтобы не свалиться, опять же, дрова не потерять. Кроме дров тут у вас потерять нечего, как бы. Так что, да, как бы основное, как бы, это дрова тут. Вот, то есть, все, мы тут выезжаем. Офигенный подвесной мост. Так, мимо остановочки, мимо заборчика. И едем еще. Одна тут переправа у нас присутствует. Это такая, более такая, как по болоту там где-нибудь. Да, наверное. Ну, да. Хотя она а там внизу же как бы опоры тоже мостовые. Ну, есть, это, да? Такую можно, она как бы сделана с, ну, много деталей, да. И можно поставить там на маленьких буграх, там ямах небольших. Ну а внизу есть как бы, как у моста опоры внизу такие есть, можно его как мост использовать? Да, можно, конечно. Ну вот, то есть можно с него сложить мост там большой. Можно и мост на ножках сделать такой, как бы. То есть все это, ребята, будет. То есть вот сейчас я подальше сделаю, ребята, оттяну еще скрин тут. Сейчас проеду сюда поближе, чтобы нам как бы больше все зацепить. Все, конечно, нет, там туманец у меня небольшой. Давайте сделаем такой обзорный такой, блин. Обзорный такой скрин сделаем. Чик. Так, и сюда сейчас я попробую камеру уехать. И нет, придется ехать машиной, ребята. Сейчас. Ну да, как бы туда ближе к заводу. Сейчас на гору поднимусь. Вот, на горушку. Стою тут.
Ее зацепить завод, бочки. А эти ржавые ты убрал вчера, да, который делал? Да, да, да. Они же здоровые, там что-то были, там геморрой был, да? Да, геморрой с ним был, я их просто удалил. Ну их, я не знаю, может будут, может не будут, там посмотрим. Я говорю, просто пак еще не доделан. То есть сейчас вот так вот еще щелкнем. Вот такой скрин. Далеко мы стоим, но... То есть вот, друзья, для редактора Сергей Пасечник делает очередные объекты. То есть будет коляска домов, объектов, да, отдельно коляска да. будет мостов. Также школа как бы вместе с домами будет, это в паке, да. И отдельно будут мосты, отдельно будут транспорт, который будет устанавливаться, будет анимировать. Будет три пака, этот... Пак будет домов, пак мостов и пак техники. Пак техники, да, которая будет все анимация, это будет присутствовать, то есть на колесной технике будет анимация, то есть можно ее будет пихнуть, катнуть там, то есть случайно в аварию попадете, воткнетесь в трактор и трактор покатится у вас. Также, да, не будет стоять на месте, как будто да, камень там есть. То есть как бы и вот эти подвесные мосты, то есть будут все шеволькаться, как бы будете по ним ехать. Все это все бревенчатое, что-то где может шевелиться, все будет шевелиться. То есть вот, ребят, да, такой у нас обзорчик вот получился небольшой по объектам от Сергея Пасечника. Все это будет в общем доступе. Сергей, когда доделает, все это будет выложено в общак. Особенно для мододелов, как бы, которые делают карты. Я думаю, что это будет интересно. Новые дома, новые как бы какие-то новые объекты. Это всегда прикольно, как бы. Поэтому. Ну, да. Поэтому, ну и насчет машинки КРАЗа, Сергей сейчас все определяется, будет он выложен в общак или там добавлена куча аддонов, и в итоге машинка будет приватная, то есть Сергей сам определится, и уже обо всем этом все будет у нас известно, естественно, в группах, вся информация появится. Ну и опять же, к самому Сергею обращайтесь, как бы всю информацию получите от него прям достоверно. Так что вот, ребята, всем спасибо огромное за просмотр, подписывайтесь на канал. Серега сейчас делает канал, делает группу. Естественно, ссылочки на его канал, на группу, все это будет выложено. Опять же, в будущем это все будет выложено, как бы, и все будете лицезреть уже конкретно, ребята, от автора мододела Сергея Пасечника. И все будете сами сразу от первых, как бы, источников все это узнавать. А не искать где-то по группам, как бы где там что кто-то выложит. Будете прям сразу. Да, напрямую будете заходить к Сереге, будете все знать, и все будет отлично. Так что все, ребята, всем удачи, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал группы. Всем удачи, пока. Пока. Да, все, пока-пока.